Опа, сейчас переведу. Привет, ребята, я Вера, и добро пожаловать на новую реакцию. На этот раз мы будем слушать Димаша с песней «Hello». И на этот раз я не смогу предугадать, о чем будет эта песня, потому что она может быть разной. Например, «Hello, hello, 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 or hello». Понимаете, о чем я? Вы можете сказать «hello» многими и разными способами. Ну, да. Давайте начнем. А, значит, будет драматично, окей. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello. Isn't he you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in his smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Cause you know just what to say. And you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Going to your heart. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me? Chinese for I love you, huh? Oh, oh, this hits different. Вы это видите? А, вы не можете. Умно, у меня такие сильные мурашки.
Эта песня тронула меня по-другому, потому что... Но это же была песня о любви, не так ли? Давайте я перепроверю текст песни. Это был кавер песни Лионеля Ричи? Оу, теперь понятно. Значит, Лионель Ричи есть оригинальный автор этой песни. Я не знала. Эта песня сильно меня тронула, потому что... У меня теперь разбито сердце. Мужчина, который мне нравился, он... Он отказал мне, как бы. Короче говоря, он сказал мне «нет». Прошло немало времени, но до сих пор, знаете, это ранит. Особенно, когда человек вам сильно нравится. Ну, как бы, вы же все знаете это ощущение любви. И как это больно, когда человек, которого вы любите, отказывает вам. И да, эта песня тронула меня совсем по-другому. И в этой песне была очень и очень сильная эмоциональная составляющая. И вах! Та часть, когда он начал просто кричать, было такое ощущение, будто я тоже кричала внутри себя. Я вот реально могла чувствовать себя в его выступлении. Да, мой фидбэк был такой меланхоличный, скажем так. Но да, иногда так бывает. И это было очень красивое выступление. Мне очень нравится то, что он такой простой. Он мне кажется таким очень и очень простым человеком. Ну, на этом все, ребята. Надеюсь, вам понравилась ее реакция, мой перевод, если это так. И даже если это не так, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.